честь праздника в музее имени Коваленко открылась выставка. Там можно увидеть старые газеты и аппаратуру, на которой работали средства массовой информации в прошлом веке. Экспозицию посетил губернатор края Вениамин Кондратьев, поздравил кубанских журналистов с профессиональным праздником и пожелал пробивать любые стены ради честной информации. Общество и журналистика, они неразрывны. Народ, он требует правду, он требует осведомленность, он требует информацию, которая позволит ему ощущать себя, по крайней мере, в активной фазе жизни. Достоверность и беспристрастность. Вот это тот критерий, который сегодня необходим обществу. Порой сложно унять собственные амбиции, собственное мнение, собственную позицию ради достоверности и беспристрастности. Но на это есть тот журналист, который может это сделать, настоящий журналист. Любую утку, как у вас говорят, запустить очень легко, а поймать ее очень сложно. Поэтому информация, которая выходит на страницах газет или вообще в целом в средствах массовой информации, конечно, должна быть проверенной. Конечно, должна быть объективной. Глава региона вручил сотрудникам краевых СМИ памятные грамоты. Некоторые удостоились звания заслуженного журналиста Кубани.